Вы идете на урок заклинаний, так? Это на третьем этаже, верно? Ну да, конечно, что-то я запутался. Ладно, увидимся там. Здравствуйте, я профессор Флитвик. Начинаем изучать. Сегодня мы учим очень полезное заклинание, которое называется «Глациус». Ну-ка, кто хочет показать, как это делается? О, это будет Гарри Поттер. Пройдя через эту дверь, вы сможете попрактиковаться в заклинании «Глациус». Гарри, заклинание «Глациус» позволяет замораживать все, что можно заморозить. Давайте начнем с амазонской саламандры. А теперь осторожнее, тебе нужно обезвредить и саламандру, и ее огонь. Итак, попробуйте. Замечательно, Гарри! Алахамора! Алахамора! А теперь, Гарри, проверим, сможете ли вы заморозить эту воду при помощи заклинания «Глациус». «Глациус»! Ух ты! Это лед! Гарри, у вас есть шанс хорошо повеселиться. Попробуйте прокатиться по этому. Если хотите повернуться, нажмите на клавишу со стрелкой влево или вправо. Чтобы двигаться быстрее, нажмите клавишу со стрелкой вверх. А если медленнее, со стрелкой вниз. Идите! Увидимся после того, как вы выполните задание. Ритмо-темпра!
Гладзус! Гладзус! Экстемпра! Депульсо! Депульсо! Риктусемпра! Риктусемпра! Гладзус!
Поздравляю, Гарри, вы справились. И не просто справились, вам удалось собрать все 10 счетов. Надеюсь, вы понимаете, что это означает. Призовая комната! Ну что, Гарри, желаю приятно провести время. Ух ты! Это и есть призовая комната? Совершенно верно, Гарри. Собери как можно больше конфеток, пока время не истекло. Спонгипай! Депульсо! Спонгипай! Ну и как оно? Ты уже умеешь замораживать? Ну, я бы сказал, неплохо. Вот, круто! И саламандры размером с Хагрида. Синий или алый? А, полагаю, это не важно. Гарри, если хочешь, выполни практикум по Гладиусу еще раз. Или мы можем вернуться позднее. Депульсо! 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 Рон, ты хочешь еще раз выполнить практикум по карте ветра? Депульсо! 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 Ты как, Гермиона? Не хочешь еще раз выполнить практикум по Драконифорсу и Лапифорсу? Несмотря на то, что неподалеку от Хогвартса шастал опасный преступник, Гарри настоял на походе к Хагриду. Ему не терпелось узнать, чем закончился суд над Клювокрылом. Это? Я думал, так оно и было. Бедный Клювокрыл! Бедный Хагрид! Они вынесли приговор. Глядите, короста! Вот видишь, Рон, живоглот тут ни при чем. Я тебя поймал, негодная крыса! Если этот пес смог сюда войти, значит и мы сможем. Куда ведет этот ход? Я не знаю, но мы должны помочь Рону.
Ты ничего не слышишь? Надо попробовать вдвоем! Рекцентра! Депульсо! 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 Их двое! Ректусентра! 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 Депульсо! Депульсо! Спасибо, но мы еще не закончили. Ректусентра! 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 Думаю, с ними покончено. Найдем Рона и выбираемся отсюда. Алахамора! Ох, я в норме. Только я не понимаю, как отсюда выбраться. Продолжай искать, а я посмотрю, получится ли у меня найти дорогу к тебе. Так, спокойно. Мне нужно перебраться на ту сторону. Драконий порт.
Великолепно! Отличный дракон! О, Господи! Надеюсь, с Роном все в порядке. Алахамора! Дикурсо! Депульсо! Алахамора! Вспомни пай! Ну что, было весело? Скорее! Надо помочь Рону! Ты думаешь, что это такое? Надо подумать.
Де Пульсо! А где собака? Это не собака. Экспеллиармус! Не бойтесь, Сириус Блэк не тот, за кого вы его принимаете. А Короста вовсе не крыса. Это волшебник по имени Питер Петтигрю. Что? Смотри. Я все объясню. Петтигрю анимаг. Твоих родителей Гарри предал не Сириус Блэк. Это сделал Петтигрю. Питер Петтигрю не только выдал Джеймса и Лилии Поттеров Волан-де-Морту. Он также оклеветал Сириуса Блэка, сказав, что тот шпион Волан-де-Морта. Все сошлись на том, что Петтигрю следует забрать в Хогвартс и передать его в руки профессора Дамблдора. Но загадки этой ночи еще не закончились. Профессор Люпин, что случилось? Я сам с этим разберусь! Бегите! Сириус, Петтигрю исчез. Он превратился в крысу. Как он там? По крайней мере, он дышит. Профессор Люпин – оборотень. Похоже на собаку. Наверное, это он. Иди помоги Сириусу. Я позабочусь о Роне. Оставьте его в покое! Он ни в чем не виноват! Экспекто Патронум! 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 На долю секунды Гарри показалось, будто он видит какого-то человека, который пытается ему помочь. Неужто это и вправду его отец? Нет, это невозможно.
Гарри, с тобой все в порядке? Что стряслось? С Сириусом все в порядке? Где Рон? Мадам Помфри сказала, что с Роном все будет в порядке. Ему просто нужно немного отдохнуть. К несчастью, Сириус Блэк поживает не настолько хорошо. Он заперт в высокой башне. Скоро его передадут дементорам. Я никак не могу этому помешать. Но он ни в чем не виноват. Думаю, это правда. А теперь все решит время. Но... Маховик времени. Маховик времени? Сегодня ночью можно спасти сразу несколько жизней. Я хотела все вам рассказать. Ну, как-нибудь. Маховик времени одолжила мне профессор МакГонагал. Я пользуюсь им весь год, чтобы иметь возможность посещать дополнительные занятия. Все понятно. Мы можем воспользоваться им, чтобы вернуться и спасти Клювокрыла. А потом полетим на нем к башне и спасем Сириуса. Только надо быть поосторожнее, чтобы нас не заметили мы сами из прошлого. Держит где-то здесь. Слишком тихо. Ты уверена, что мы перенеслись в нужное время? Гляньте! Это же Клювокрыл! Прекрасно! Теперь давай придумаем, как до него добраться. Надо придумать, как поднять эту платформу. Отлично! Эту плитку можно заколдовать! Получилось! Отлично! А теперь осторожнее! Да, верно! О, нет! Дверь заперта! Что ж, отсюда должен быть выход! Молодец, Гермиона! Ты открыла дверь! Только она слишком высоко, и я до нее не достаю! И как? Помогло? Отлично! Я посмотрю, что там. Депульсо! Yeah.
Пока нет! Депульсо! Спонгифай! Спонгифай! Привет! Отлично! Нечего сказать! Теперь мы оба здесь застряли! Алахамора! Рекусо! Рекусемпра! 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 Этого кролика можно оживить! Лапифор! Вот он! Держись, клювокрыл! Мы тебя выручим! Депульсо! Депульсо! Гермиона, подожди здесь. Я схожу, узнаю, пора ли спасать Сириуса. Осторожно, Гарри. Прибывая под воздействием маховика времени, Гарри поспешил к озеру. Ему нужно было узнать, кто сотворил заклинание Патронус, спасшее его от дементора. Неужто и вправду ему на помощь пришел отец? Неужели это Джеймс Поттер сотворил заклинание, которое спасло его сына? И тут Гарри понял. Он видел не своего отца, а себя самого. Экспекто патронум! 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 Экспекто патронум!
Гарри, ну надо же! Ты сотворил заклинание Патронус и прогнал всех дементоров! Это очень-очень мощная магия! Я знал, что у меня все получится, потому что оно уже получилось. По-моему, это звучит странновато. Гарри, нужно спасти Сириуса и вернуться обратно в больничное крыло, пока нас никто не хватился. Отлично! Идем! Алхамора! Но как? Как? Сириус, нужно уходить, за тобой скоро придут. Быстро! Как мне отблагодарить? Давай! Мы непременно увидимся. Гарри, ты настоящий сын своего отца.